Ты это сейчас рукой собираешься помогать нет, себе? Нет. Ее снять может? Нет, не надо. Ну ты можешь ее сейчас снять, установить. Последнее приготовление перед первым запуском на большие расстояния. Над макетом своей ракеты будущий инженер-конструктор, студент Самарского университета Никита Воронов, трудился 4 дня. В ход пошло все, что оказалось под рукой, за исключением отдельных деталей. Мы использовали фанеру, бумагу многослойную, склеивали сами. Пенопласт использовали, там пакеты какие-нибудь из магазина для того же парашюта. Ну и по-разному, может, какие грузы для ракеты, чтобы она стабильно была. На более трудоемкий проект, представленный сегодня для контрольного запуска, обычно уходит больше года. Макет твердотопливной ракеты в точности повторяет дизайн известной ракеты «Союз». Невероятно, но факт. Аппарат обладает исключительной дальностью полетов, уходя ввысь на 200, а то и 700 метров. Пропустить столь зрелищное событие не могли воспитанники регионального центра одаренных детей. Очередная смена по теме ракетостроения завершилась практическим занятием по запуску ракеты на дальние расстояния. Тех, кого в полет берут, космонавтами зовут. Полететь может не каждый самый смелый и отважный. А ракета выше дома улетает с космодрома. Жители других планет... Передать Земли привет! Будущие космонавты, инженеры-конструкторы, проектировщики больших и малых космических кораблей. Одаренные дети региона также представили на суд экспертов свои первые работы. Более 20 человек трудились над ними несколько дней. Студенты Самарского университета с радостью помогают и передают свой ценный опыт подрастающему поколению. Собранные детьми аппараты тоже испытают на площадке аэродрома. Если успешный будет запуск ракеты, и действительно дети правильно собрали конструкцию, у детей будут памятные сертификаты, которые говорят о том, что дети усвоили образовательную программу, и они могут поучаствовать в других сменах нашего регионального центра. Смены в региональном центре одаренных детей меняются каждые 2 недели. В рамках нацпроекта образования ребята проходят обучение по направлениям наука, искусство, спорт. Параллельно на уровне олимпиады изучают химию и IT-технологии. С будущими профессиями, несмотря на юный возраст, многие из них уже определились. В числе самых востребованных – специальности, связанные с космической индустрией и ракетостроением. Ольга Павлова, Константин Головин. События.